Высокий интеллект и замечательный характер делают их универсальными животными, которые прекрасно справляются с различными ролями. Поводыря для слепых и глухих людей, спасателя, ищейки, сторожа. Но наиболее хорошо добродушные золотистые ретриверы подходят на роль собаки-компаньоны. Золотистый ретривер – порода, которая стоит на втором месте по популярности в Европе среди кинологических клубов. В том числе он признан конкурентами лабрадоров. Ретривер может стать отличным лекарем, так как в большинстве стран эти собаки находятся в школах, где проводят обучение детей с ДЦП и другими отклонениями ума. Ретриверы способны определять рак по запаху воздуха из легких или фекалий. Эти собаки незаменимы в домах престарелых и для детей с особыми потребностями. Они помогают людям с энтузиазмом увереннее чувствовать себя во внешнем мире. Ориентированы на владельцев, полностью лишенных агрессии к людям и себе подобным. Золотистые ретриверы остаются надежными и безотказными помощниками людей. Голден ретривер относится к так называемым ночным собакам. Днем они могут долго спать, а активность проявляется вечером и ночью. Мягкая, жизнерадостная и оптимистичная натура золотистых ретриверов делают их прекрасными домашними животными, которые подойдут каждой семье, особенно если в доме есть маленькие дети или пожилые люди. Благодаря любви президента Румынии Чаушеску к своему ретриверу, этот пес получил звание полковника, а также ездит на лимузине и питается отдельными продуктами. Президент Америки Джеральд Форд необыкновенно любил своего питомца, голден-ретривера по кличке Либерти, с английского «свобода», и часто фотографировался с ним в овальном кабинете Белого дома. Это любимая порода режиссеров и рекламных клипмейкеров. Они сыграли главные роли в ряде популярных кинокартин. «Дорога домой», «Невероятное путешествие», «Флюк», «Наполеон», «Дорога домой 2», «Затерянные в Сан-Франциско», «Король воздуха», «Десятое королевство», «Кошки против собак», «Снежная пятерка», «Рождественская пятерка», «Друзья Санты», мультфильм «Вверх», «Милые кости» и во многих других фильмах. Среди тех, кто почувствовал все превосходство Голдена, Памела Андерсон, певица Шакира, Энрике Иглесиас, Виктория Бекхэм, Антонио Бандерас, Джеки Чан, Асия Ахат и многие другие.